Всем здравствуйте. После небольшого перерыва продолжаю собирать Волгу М21, пытворк от компании Диагостини. Масштаб 1 к 8. В палубе 12 апостолов сделал перерыв ввиду того, что отсутствует краска. Краску заказал, жду, пока в пути, поэтому будем собирать, что есть. В данном номере мы будем прикреплять вторую половину, половину получается, корпуса и карданный вал. Краткий обзор номера. Исторические справки. Какие были изменения внесены в дизайн автомобиля. В описание одной из деталей, в данном случае централизованная система смазки. Линия сборки. И дальше рассказ о советском автопроме. Карданный вал пока еще свободно ходит, но он будет, естественно, прикреплен. Ну и теперь нам нужно соединить сами детали между собой. Детали полностью между собой скреплены плотно. Как уже говорил, карданный вал должен свободно ходить. Как-то, собственно, сборка данного номера на этом завершена. Всем спасибо, подписывайтесь на канал. Смотрите продолжение сборки. До свидания.